Ребята, добрый день всем еще раз. Меня зовут Артем. Я из города Улан-Удэ, председатель Союза кинематографистов Республики Бурятия. Сегодня мы начинаем наш киномарафон 2.0 «Кино делает добро». И начинаем его именно в вашем городе, в городе Закаменск. Ну, за моей спиной первая школа города Закаменска. Конечно, образование в Закаменском районе имеет достойное место. Сейчас в сфере образования работают высококвалифицированные учителя. В Закаменском районе очень много уделяется изучению русского, бурятского языков, вот как государственные вот эти языки Республики Бурятия. И поэтому образование на сегодняшний момент имеет очень хорошие такие тенденции развития. Сегодня мы строим новую школу в селе Янгрубове, это на 100 мест, и ремонтируем капитальный ремонт в двух школах Закаменского района. И этим самым мы гордимся тем, что образовательные учреждения у нас очень хорошие, фундаментную такую базу имеют. Добрый вечер, уважаемые земляки. Ну, сегодня, конечно, отрадно видеть то действие, которое мы являемся свидетелями. Поэтому сегодня мы открываем такой знаменательный, замечательный проект «Творим добро» через просмотр видеофильмов, кино, которые снимаются именно нашими легендарными кинорежиссерами.